поздравляю вас с важной победой и поделитесь своими эмоциями после сегодняшнего матча. Спасибо за поздравления. Если честно, я думаю, было видно с первых минут, что мы настроены только на победу, и нам эта победа нужна была. И энергетика, можно так сказать, еще всего родного стадиона еще помогла. И этот второй гол, я думаю, мы забили все вместе, можно так сказать. То есть после череды выездных и не самых простых матчей, наверное, особенно рады видеть сегодня домашних трибуны. И я видел, тем более после забитого мяча, вот убили всю команду к фанатам. Конечно, конечно, это наши фанаты, и родные стены, они всегда помогают. И вы как видели, то есть победа не заставила долго ждать. А что получилось и что не получилось в игре? Честно говоря, получилось, ну много получилось, потому что у нас, как обычно, много моментов было создано у чужих ворот. Да, мы не забивали, но свое добились, то есть забили два гола. Но что касается у своих ворот, ну были небольшие моменты, там, может, ошибки какие-то, погрешности, но ничего страшного. Главное, самое главное, это победа, мы ее добились.